Дорогие друзья, я всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас очередное видео моих находок в секонде, винтажных, невинтажных, в общем, всяких разных. И давайте будем рассматривать, что новенького я нашла. Давайте я сейчас это все отодвину в сторонку и будем рассматривать каждую вещь по отдельности. Давайте начнем с этого украшения. Это колье-кулон. Он, в принципе, имеет маркировку. Давайте я вам все покажу по очереди. Стоил он, видите, $6, 5,99. Довольно дорого. Но мне он понравился. Необычный, своеобразный. Я сначала даже подумала, что это какая-то, возможно, где-то и самоделкин какой-то. Но потом я нашла маркировку. Видите, здесь есть две буквы B&D. Я особо ничего не нашла подобного в интернете. Нашла какие-то вещи, но как-то очень мало совсем. Я даже, честно говоря, затрудняюсь сказать, что это за бренд, за марка, откуда она и что. Но, тем не менее, это не самоделка, потому что имеется маркировка. Но сделано так, знаете, как будто бы такой немножко хендмейд. Может быть, цепочка хендмейд, потому что здесь, видите, какая-то леска, какие-то усики, возможно, что... Ну, не знаю. Кулон-то точно не ручной, не хендмейд, а может быть, вот цепи его, хотя трудно сказать. Ну, в общем, короче, он мне понравился, необычный, такой немножко готический, немножко такой в стиле... Знаете, Хэллоуин, да, я бы даже сказала. Но, тем не менее, иногда хочется чего-то такого надеть. Такой, знаете, он действительно выглядит, как будто вот сделано руками. Но, видимо, это какая-то работа какого-то, может быть... Ну, вот человек сам делает, и, может быть, у него есть какой-то бренд свой, поэтому... Потому что, видите, какие-то такие прутики кривоватые. Ну, в общем, он необычный при этом. Мне он понравился. Вот такая вот... цепь, застежечка, длинительная цепочка. Цепь состоит из, видите, из нескольких, три ряда бисерных таких наборных цепочек. Такая же вот петелька, и вот так вот он выглядит интересно. Он не очень длинный. И такой, знаете, своеобразный, но необычно интересный. Что-то в нем запало мне в душу. Следующий кулон мне тоже очень понравился, потому что я очень люблю вот такое вот стекло. Стеклянный. У меня палочка новая. Художественное стекло. Кулон, и я думаю, что все бусины стеклянные, во всяком случае они так звучат. Да, я думаю, что да. Застежка вот такая вот, бочка, не помню, сколько отдала, но тоже порядка там, может быть, 5-6 долларов. Очень мне понравился его цвет, безумно понравился его цвет, потому что я вообще очень люблю зеленые украшения, а здесь очень красиво зеленый с таким с золотистым, коричнево-золотистым. В общем, очень красивое сочетание. Он не очень новый, в том смысле, что я уже его купила какое-то время назад и уже несколько раз носила. И его можно красиво стилизовать. Он подходит к очень многим вещам, особенно зеленого цвета. И несмотря вот на свою простоту, он необыкновенно хорошо смотрится на шее с определенными вещами. И смотрите, какие интересные бусины. Какие интересные, необычные бусины. Какие интересные переходнички здесь. Вот эти вот мне очень нравятся свои. Такой вот, знаете, они чем-то покрыты. Немножко такой, как будто бы Аврора Бореалис, но не совсем. Здесь такие простые зеленые, коричневые, бежевые. Красивый, красивый кулон, красивые бусины. И прекрасно сочетается с очень многими моими вещами. У меня очень много зеленых вещей в одежде. Очень похоже на него, к нему подходящий браслет.
Но покупала я их совершенно в разное время, в разных магазинах. Это браслет маркированный. Видите, здесь есть маркировка Мане. Я думаю, что это браслет более или менее современный, потому что Мане, по-моему, делает вещи до сих пор. Выглядит он как современный, но тем не менее я его купила, потому что мне нравится. Он мне понравился. Такие вот звенья необычные. С обратной стороны он выглядит вот так. Видите, здесь эти звенья закрыты, эти звенья открыты. Я не знаю, что это за материал. Похоже, что стеклышко. Трудно сказать. Не похоже, что стекло. Может быть, пластик. Не знаю. Мне написали в одном видео, зачем вы стучите, если вы все равно не понимаете, если вы не можете определить. Да, я действительно не очень хорошо определяю на звук. Но я, во-первых, надеюсь, что вы мне поможете. Я вам постучу, вы мне поможете и скажете, что это. А во-вторых, ну я пытаюсь как-то понять. И вот никак я не могу понять, как... Никак я не могу определить на звук материал. Значит, застежка вот здесь такая. Симпатичный браслет. Красивые звенья. Тоже к определенному наряду. И прям вот очень подходит к этой... к этому колье. Вот так он выглядит на руке. Я вам потом примерю подальше, чтобы вам было видно. Вот такая вот красотища. Еще один браслет. Это браслет Кора. Здесь есть маркировка. Это очень типичные такие браслеты для тех времен. Вот, видите, Кора, знак копирайта. В прекрасном состоянии. Термопластик. Тоже не нашла похожий, но, вы знаете, много очень в интернете. Да, термопластик. Ну, это и видно. Очень много в интернете подобных браслетов и вообще подобных ожерелий, браслетов. Неимоверное количество вообще было сделано их фирмой Кора. Вот именно вот такие вот есть всех цветов. Такие розовые, коричневые. Но этот мне очень понравился своим благородством. Необычной формой. Видите, какая-то какая-то интересная такая форма вот этих вот звеньев. Прекрасное состояние. Нигде никаких сходов покрытия. Опять же, маркирован. И такой благородный, красивый браслет. У меня, видимо, есть что-то похожее. Я искала, но вот сейчас не сразу не смогла найти. У меня есть похожий браслет или похожее колье. Колье точно есть похожее коричневого, вот таких вот коричневых. Из коричневого термопластика. Может быть, я ошибаюсь, но много таких у меня есть такого типа. Но я продолжаю их покупать, потому что не могу пройти мимо, когда они маркированные, когда я знаю, что это винтажная вещь, как бы я несу ее с собой домой, потому что не могу пройти мимо ни одной по-настоящему старинной винтажной вещи. И теперь у нас много брошечек разных. Значит, вот такая вот смешная вещь. У меня почему-то все время открывается. Видимо, надо будет как-то подтянуть эту состежечку. Но я вам уже покажу обратную сторону, если я уже держу ее левой стороной. Ну, видно, конечно, что она винтажная по обратной стороне. Это как бы без вопросов, без сомнений. Плюс она такая немножко потертая. Гнутая, в общем, не знаю, чего-то я ее вот захотела, хотя, конечно, в ней много повреждений. Вот эти вот лучики, их надо как-то выгнуть. Вот. Некоторые из них где-то были они, я не помню уже, но, в общем, их надо все как-то погнуть, разогнуть. Но прекрасные, красивые кристаллы, очень похожи на гранат, но это, конечно, не гранат, но такие гранатовые, рубиновые кристаллы такой красоты.
Я думаю, что это стекло. Сейчас опять постучу, ничего не пойму. Ну, стекло уже, да, девочки, звучит. Тем более, что если это винтаж, а это винтаж, то, как правило, тогда пользовались стеклянными кристаллами. Да и они так блестят и переливаются. И, в общем-то, брошь довольно возрастная, а кристаллы, видите, все целенькие, никаких царапин, никаких повреждений. На пластике обычно есть царапины. А, вот видите, вот этот вот лучик выгнут, его надо погнуть, выгнуть назад. Я пыталась сама, но надо приложить некоторые усилия, потому что я, ну, довольно крепкий металл, и довольно трудно мне было ее погнуть. Вот так. Но красивая, красивая брошечка. Немножко такая сейчас рождественская. Правда, рождественские звезды, они все с белыми кристаллами, снежинками. Но красное тоже можно вполне надеть. Следующая брошечка. Вот такой вот листик. Много тоже у меня листиков. Но, во-первых, он маркирован. Это Avon. И здесь какие-то еще есть цифры. Вот видите, Avon. И здесь какие-то цифры, типа 4537 или 4531. Тоже я искала, но не нашла ничего, никакого референса, к чему можно было бы отнести эти цифры. У меня тоже много листиков, много такого типа брошей, но эта хороша вот именно красивыми розовыми. Видите, это розовые кристаллики, которые очень красиво переливаются. И не просто листики, что-то в ней есть, какая-то вот какая-то тонкость, изящность, оригинальность. Вот не просто листики, а листики вот с такими вот по центру красивыми кристалликами розового цвета. Все кристаллики на месте, все очень в хорошем состоянии, прекрасно сохранилось. Не знаю возраст, может быть, если бы я разгадала загадку этих цифр, я бы разгадала, каких она годов, но ничего не нашла. Я даже затрудняюсь. Да, 4531, скорее всего, здесь написано. Ну, какие-то загадочные знаки. Красивая брошечка, изящная, элегантная. Не броская, но очень элегантная. Следующая брошь. Бесподобнейшая муха. Или кто это? Я не знаю. Бесподобна она тем, что, видите, вот она двигается, крылышки на пружинках. Они все время в движении, при ходьбе, наверное, они будут двигаться. Плюс ко всему, они поворачиваются, но вот если честно, то поворачивается хорошо одно крыло, а второе как-то не очень. Вот оно в нем как-то, видимо, не очень хорошо. Видимо, механизм испорчен, потому что что-то оно вот так не поворачивается. Вот это крылышко можно повернуть вот так. Ну, вот такая вот смешная мушка. Черные глазки, брошированный металл. Замечательно, прекрасно. Белые кристаллы на крылышках. Обратная сторона вот таким вот образом сделана. Интересно как-то. Интересная застежка. Находила я похожее что-то. И я должна сказать, что то, что я находила, это не совсем такая же. Я нашла похожую, поэтому я думаю, что это что-то другое. Похожую находила я мушку, я вам сейчас поставлю картинку. Она стоила безумных денег, 100 с чем-то долларов. И я не поняла, если честно говоря, написано, что это винтаж. И я не поняла, что это за бренд. Я что-то не могу прочесть. Короче, в общем, ну, это не она. Но очень похожа. Очень похожа. Просто вот и брошировка металла, и крылышки, но немножко сделано по-другому. Поэтому не знаю, та же самая или нет. Но во всяком случае, та, что я нашла, стоила очень дорого. Не знаю. И последняя брошечка. Опять бабочка.
Такая интересная, вы знаете, я абсолютно практически не сомневаюсь в том, что она винтажная. Вот обратная сторона, то, как она сделана, говорит мне о том, что она винтажная. Видите, маленький такой булавочный замочек, немножко погнутая булавка. Маркировок я не нашла. Очень похоже на очень старинную какую-то вещь. Не знаю, не знаю. Но очень красивые кристаллы. Белые кристаллы. Очень красивые, очень интересные. И сделана она, видите, немножко так, с таким, как будто бы немножко 3D. То есть вот бабочка. И здесь вот такая вот сверху приплюснута еще такой элемент, который торчит, выпирает. Видите, как интересно, правда? Ну, в общем, не знаю, затрудняюсь. Трудно сказать, что к чему и как. Но бабочка, безусловно, интересная и, безусловно, старенькая. Знаете, такие плотно приставленные друг к дружке кристаллы. Вот здесь вот такая пайка, они все как-то спаяны вместе. Интересная вещица, необычная, за счет того, что это не просто бабочка, а вот бабочка с какой-то такой вот прилепленной штуковиной. Но штуковина, видимо, прилеплена для того, чтобы сделать ее еще более нарядной, более блестящей. Очень красивые кристаллы, смотрите, как они переливаются. Необыкновенно красиво. Ну вот, друзья, такие у нас сегодня находки, такое видео. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что мы увидимся с вами снова. Всем-всем привет из очень холодных зимней Канады. И увидимся с вами в следующем видео. Это будут примерки, разбор украшений, возможно, болталки. В общем, возможно, отпуск. Но я в ближайшее время уже вряд ли куда-то поеду. Вот на сегодняшний день я дома. Все, всем привет, всех люблю, целую. Пока-пока, бай. Привет из Канады.